сегодня играю против Хаэльфа, у которого команда на 410 ТВ больше, поэтому как-то... Я вообще... Жас, ты можешь сказать сразу, я все игры поиграю, которые остались до конца сезона. Я не буду играть на победу, я буду играть на убийство. У меня абсолютно нет никакого желания потеть уже. У меня мотивации нету. Я буду наслаждаться жизнью и все, как бы. Так, бычок стоит 310. У него есть... Он, во-первых, не тупит. У него есть Mighty Blow. У него 6 силы, то есть... С ним можно ломать. Либо я могу взять, например, молнию и еще что-то. И радоваться типа жизни. Вот так вот. Ну, всякие кирпичи фарты нахер не нужны. Это вполне очевидно. Вот так вот. То есть я могу взять, например... Ну, Хафлинг Шеф полная херота. Он вообще не зайдет. Я могу взять, кстати, взятку и взять Грошнака. И это будет здорово, по-моему. Вот так вот. Ну, понимаешь, я не могу ливнуть из сезона Angry Rus. Если я сейчас ливну из сезона, я потом пропущу 6 матчей, а это, типа, вообще не очень. Ну, имеется в виду 6 матчей в новом сезоне, который будет уже с дополнительными командами. Вот так вот. Возьму, короче, Грошнака. Возьму взятку и, в общем, поехали. Играем на разрушение абсолютно. То есть, меня вообще не волнует результат. Мне вообще абсолютно все плевать. Я просто сделаю так, чтобы мой оппонент страдал. Можете записывать это. Это будет подонисто, это будет неправильно, но... Что поделать? Blood Bowl вынудил меня на это, понимаете? То есть, я как бы и не виноват. Привет, Мурдок. Ну, рад за тебя. Ой, надеюсь, противник начнет, как бы, как все прошаренные. Все прошаренные говорят, что надо начинать в защите. Да, он... Ой, нормально вообще, я доволен уже. Наконец намечается интересная игра. Да, да. Ну чё, Грошнак? Ты готов меня... Ты готов порадовать папочку, а? Ты готов порадовать папочку? Папочка сегодня хочет, блин, поломать, понимаете? Папочка сегодня настроен на определенный геймплей. Докачаю до 7-го левела и буду снайпить тебя. Ой, Мурдок, давай, я прям жду. А то редко встретишь достойного оппонента в Armored Warfare. Но звездный игрок хорош тем, что у него нет тупников, то есть... Грошнак, 6 силы, нет тупников. Будь у него еще блок, это был бы бог среди звездных игроков. А так он полубог. Так он всего лишь полубог. Зяблик. Зяблик. Так, сюда он ставит принимающего, сюда он ставит блицора. Так, ну ладно. Сейчас эльф убьет быка в первые пару ходов. Ну, посмотрим. Привет, Крабелос. Это вообще маловероятно, потому что у него нет, как бы, возможности его нормально побить, если так подумать. То есть, как бы, Грошнак его просто 6 силы, 6 силами очень тяжело что-то сделать, даже если у тебя есть защитники. У него защитников там полтора просто. Просто полтора защитника, и как бы... Так. Так, 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 так. Открывашка. Мистер Открывашка, давай. Мы же даже вот так сделаем. Так. Здесь поменяем местами. Нужный, нужный, нужный. Так, этот парень у нас идет на убийство. Окей, поехали. Привет, Artificial Emotions.
Короче, играем на убийство, плюем на результат, наслаждаемся игрой. Вот я весь сезон страдал, надо наконец-то получить удовольствие, понимаете? Так. Ну, мячик хорошо упал. Так. Ну, будет борьба. Не очень удачно, но... Смысл сейчас тратить? А то на фол нарвался. Зато нарвался на фол. Разве это не главное? Так. Я опять проиграл в Санчесу рулетку? Слушай, ну ты какой-то не про игрок в Санчесу рулетку, я тебе скажу. Тебе надо учиться, я считаю. Как я говорил, это проклятая команда, и то, что сейчас происходит, это типа, ну, совершенно нормально. Но так вот. Проклятая команда. Первая травма. Минус один к ловкости. Ой, ой, минус к ловкости. Бывает же. Что ты будешь делать, папа Карло? Как же так получилось? Понять не могу. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. У нас... Ой, еще одна травма. Кто бы мог подумать? Проклятая команда. А я не увидел, что за травма. Ой, ну ладно. Что поделать? Что поделать? Так. Ну давайте сначала, типа... Как бы проблема в том, что... Жалко, что я не успел увидеть, что там были за травмы. Но один из них уже травмирован как бы так, что он, типа, не жилец. Поэтому, ну, три травмы в начале. В общем, неплохой результат, я считаю. Так, а это у нас, значит, травма на обычном, на защитнике и на увороте. То есть два вторых левела. Ну, неплохо, конечно. А тут есть договорники? Тут постоянно договорники в лиге, просто, типа... Никого за руку не ловят. Вот так вот. Первый ход, три травмы. Ну, фантастика какая-то, действительно. Но мне-то плевать, как бы. Пока всего три травмы. Вот так вот. Но я хочу просто уничтожить его команду. Мне как бы плевать на все. То есть, если все закончится тем, что у него не останется ни одного игрока, даже если я проиграю, я скажу типа, ахахахаха, здорово-то как. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим. Это он мистер открывашку бьет. Ну, отправил мистер открывашку в нокаут. Ну, ладно. Это при том целый мистер открывашка. Привет, пивас. Ну, составы слегка, в общем, сравнялись капельку. Так, я явился на зов. А, окей. Аюр тебя ждет, братишка. Аюр тебя ждет. Вот так вот. О, Синерос. Я тебя ждал. Так. Забанить провоцирование на 2 часа. Так. Ну, сообщение не будем удалять. Так, давай. Удачи тебе. Так. Оглушен наш темный сентябрь. Ну, ничего страшного, как бы. Я пытаюсь навязать... Спринтовать-то в зимнюю погодку. Мне очень весело. Давай. Давай. Вот. А чё вы смеетесь-то? Вы про то, что я Синерос, типа, забанил? Так ничего страшного, по-моему, там, как бы... Исключительно от души, ребята. Он же, типа... Он, как бы, хочет в бан, а я... Как бы, дарю ему эту возможность. Вот и все. Всего два часика, как бы, профилактических. Поэтому ко мне, я думаю, никаких вопросов. Вот так вот. Я ж добрый, хороший парень, чё вы. О, вот и пробег не удался. И может второй раз не пройдет. Не прошел. Ну ладно.
Я хочу бычком блицануть, поэтому, типа, как-то, вот. Это не очень все здорово. Так, это кто? Ну, нормально, принимающий, не страшно. Чё за игнор такой? Привет, алдырианин. В смысле, чё за игнор? Ты о чём? Чё-то у него реролов дофига. Но у него три рерола обычных и один с... Не, у него четыре рерола и еще один рерол с профессионала. Вот так вот. Да, скатертью по жопе! Ксексу Трейн или что-то... Ксексу Троян. Какой-то гейский ник. Правда, ССК2 ТВ. Так. Давайте посмотрим. Ну, мне вообще не очень выгодно вот так. Так, мне надо побольше побить. Смотрите. Я подношу этого парня сюда. Так. Этим парнем я бью на Грашнака. Ну, Грашнак, к сожалению, не получит свою жатву. Но, в принципе, не страшно. Поднимаем этого братца. Здесь у нас козлик с уворотом, а здесь у нас дохрена всего. Не очень хорошо. Я могу сыграть как дебил, или я могу сыграть... Я просто хочу, типа, если я так забегу... Ой, не сработало. Ну, давайте рерольчик попробуем. А чё у меня всё два рерола? Ну, не получилось. Ну, бывает. Привет, Вергер. Опять стримишь какую-то инди-игру? Ну, типа того, типа того. Что ж поделать. Ну, неплохо, Грейв, неплохо. Привет, Экселент. Так. Ну, ладно, в принципе. Не получилось и не получилось. Это я на арте играю, а вместо танков просто игроки в Blood Bowl. Вот и все. Ничего необычного, братцы, ничего необычного. Бычок не блицанул. Ну да, я типа пожать ничего не получилось. Ну, что поделать, Десу? Что поделать? Что же я творю? Но я как бы ненавязчиво хочу, чтобы противник занес побыстрее. Я успешно слил 4 игры и теперь стабильно сгораю ко второму тайму. Но я успешно слил 3 игры, и поэтому я теперь не играю, а ломаю команды противника. Тебе все на результат? В десятку. Я просто хочу сломать команду противника, понимаешь? Мне абсолютно по барабану на результат. Я просто хочу поломать эльфов. Все. У меня никакой мотивации нету. Я просто буду ломать эльфов. Если они занесут, здорово. Если они не занесут, я сейчас навяжу драку и... Мне все равно будет здорово. Какой бы результат ни был, я буду доволен. В этом сезоне я не планирую играть на победу. Я планирую ломать команды противников теперь. Потому что первые три игры были настолько прекрасны, что после них очень тяжело захотеть играть. Ну, что ж поделать-то? Мио-мио, она такая вообще, как бы. Эх, не сломал он мой Красный Октябрь. И юный октябрь впереди. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ру-ту-ту-ту-ру. И юный октябрь впереди. Ну чё, если он типа сейчас останется, то неплохо. Пусть один ход не будет заносить. Как-то никакой мотивации. Не, ну типа ломать команду это фигня, в общем. Вот. Это типа не считается трушной мотивацией. А я не знаю, Мурдок, не слышал о таком. Ой, убегает. Ой-ой-ой, смотрите на него. Да тут типа дофига игроков. Чё ты, типа, убегаешь-то? Думаешь, что это что-то изменится? Наивный чукотский мальчик. Так. Но Грашнак у меня, по-моему, не успел... А. Грашнак. Окей. Окей, Грашнак добегает. Хьюстон, у нас радость. Окей, давайте. Так. Грашнак-то добегает. Только не знаю, зафалить ли мне сначала или не зафалить.
Давайте вот так сыграем. Давай-ка, Грашнак. Сейчас придется прокидывать кубик на этот. Ну чё ты будешь делать? Не хочет Грашнак ломать. Грашнак не крушит, так сказать. Тё-тё-тё-ра-тё-ра-тё-тё-тё. Ну идем дальше в стыки. Что делать-то? Тут выбора не очень много. Может, он на вороте где-нибудь ошибется, и я нанесу травму. Ну, три травмы уже неплохо, притом две из них нужные. Штибиоп написал. Приятной игры, кстати, удачи не желаю, неблагородная у тебя цель. О! О! Знаете, говорить в Бладбоуле о благородстве, это очень забавно. Типа, ой, ты чё-то неблагородный вообще, как бы, братиш. Ну, я как-нибудь переживу то, что я неблагороден. То, что я сломал уже трех игроков, как бы, он решил... Ну, ставь трех игроков на лос, я не против. Я буду доволен. Давай, три игрока на лос. Поехали. Это будет здорово. Привет, мой Дип. Благородный Сталинг. Ничего, нормально. Три игрока на лос, я готов. Первые три игрока уже отправились к праотцам. А в команде еще есть игроки. Ой, отлично. Лос. Та-та-та-та-та-та. Я сейчас буду бить. Та-та-та-та-та-та. Ту-ру-ту-ту-ту. Слушайте, нормально, нормально. Три травмы, хорошо-то как. Жалко, что у меня сломался мистер. Или нет, он ли он? А, он встал! Отлично вообще, я доволен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Уже 9 игроков на поле, но у него был один запасной. Ну, это только начало. Это всего сыграно полтайма первого. Даже меньше. Ой, класс. Настроение-то, знаете ли, черема повышается ненавязчиво, понимаете? То есть настроение-то растет прям. Как после подписки у Дениски, я бы даже выразился, понимаете? Так, а здесь у нас стоит... Ага, а здесь у нас стоит... Угу. А здесь у нас... О! 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 Отлично. Так, это у нас... Они решили встать вместе. Не, окей. Окей, они все... А, не, есть прошаренный блицер. Ну ладно, ну есть прошаренный блицер, это да. Он умрет. На, мы его зафалим. Нормально вообще, изи. Так, и вот я еще вижу кое-что хорошее. Ща, короче, я уже знаю, как расставлю игроков. Хороший сегодня будет день. Хорн будет доволен. Хорн будет доволен. Так. Делаем так. Так. Ох, Хорн. Больше крови, богу крови. Все такое подобное. Так. Значит, убираем этого пса к чертям. Он не очень нужен. Вот этого пса на самом деле оставим. Здесь можно будет три кубика изично получить. Так. Так, открывашка, блок, 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 бесполезный, бесполезный. Так, так, отлично, поехали. Когда в Армату 2, два поставщика и полный винегрет по нациям, нормально. Слушай, типа, это наемники, что еще должно быть? Хо, опять смежные клетки. Окей. No problem, Марио, смежные клетки, так смежные клетки, как бы. Так, подойдем к смежной клетке, я считаю, и как бы, ну здесь не особо надо, но давайте тоже выстроимся, как этим козлом всем фалить надо будет. Так, поехали. Любовь, радость, веселье, благородство, благородство, не забываем о благородстве, ребята. Без благородства играть в Blood Bowl нельзя, я считаю. Ой, неудачно, ой, неудачно. Нехорошо получилось. Не сейфово. Так.
А он добегает, не добегает. Не добегает. Ну ладно. Так. Так он хорошо упадет туда. Окей, давайте. Тюра-тюра-тю-тю-тюра-тюра-тю-тю. И три кубика. Шестерочку! Не очень хорошо. Ну ладно. А чё ты сюда запрыгнул, лол? Так, давай. Ладно. Я могу еще блиц сделать. А кем бы делать блиц-то, а? Ой, я еще... Вот это хороший блиц. Я прямо чувствую. Ой, прямо от души. Так, постоим пока. Ой, пробил броню. Ой, нокаут только. Ой. Айс точный. Как тебе повезло-то, а? Так. А теперь давайте подумаем над искусством травмирования. Да. Да. Так. Значит, сам. Мы можем подвести игрока еще сюда. Да. И тут вопрос. Я могу либо травмировать вот этого. Да, давайте вот так и сделаем. Я считаю. Только сначала как бы... Отправим парня назад, чтобы если он побежал за мечом, как бы. Так, окей. Ну, давайте фол прокинем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой, всего лишь нокаут. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, что поделать, поехали дальше. Чё-то команда эльфа как-то кончается немножко. Жаль только без травм. Но здесь стоит замечательный блицер, у которого два уровня. Ой. Ой, я уже чувствую прям... Ой, настроение-то прям улучшается, а? Какая жалость, что нет ни одного дяди плеера. Да, слушай, действительно нехорошо. Не от души, я бы сказал, не от души. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Я надеюсь, ты одного козла в дети плеера качнешь. Да, обязательно первый раз качну, потому что у меня следующая игра с суперкотом, надеюсь, хоть какой-нибудь козел апнется. Так соскучился по суперкоту, прям хочется с ним пообщаться. Вот так вот. Жалко, что у меня рерольчиков, конечно, нету. Ну, что поделать. Да, может за напасть на Грышнака, а? Давай, я посмотрел. Я посмотрел. Расскажи пока, что за травма. Слушай, одна травма я минус ловкость сделал, по-моему, защитнику. А две остальных я не успел, он их быстро прокликал. Вот. Ты можешь зайти, повтор посмотреть и нам сообщить, что там были за травмы, понимаешь? То есть я сейчас смогу ударить. Отлично вообще. Здорово, здорово. Да, давай, беги на мяч. Я не против абсолютно. Акукарача, акукарача. Тара-тара-та-та-та-та-та-та. А, это травмирован. Ты снегирь-то у него травмированный. И убежал даже. Ну ладно, ладно. Так. Это у нас, значит, ну давайте, как бы. Это нормальный ход. Ой! Давай, давай, давай! Ай, жаль, блин. Только-только нокаут. Ай. Ну ничего, ничего, братиш. У нас тут еще есть что поделать. Ой, ну почему не травмы? Так. Как бы мне лучше сломать-то, а?
Значит, это бесполезный парень. Так. Бить надо будет этим. 58. Я могу, в принципе, вот этого еще сюда поставить. Тогда у нас будет здесь 72. 72 это достаточно, я считаю. Так. Значит, здесь мы встанем тогда в контакт, чтобы навязать ему ворота и драку. Так. Здесь пока... Не знаю, давайте сначала пробуем подбор мяча сделать с крепкими руками. Так, окей, отлично. Как бы сделать его более извращенное, только думаю. Давайте, типа, заставим его подраться. Я не против. Смотрю на это исключительно положительно. Так. Так, а здесь мы сейчас пофалим. Давайте. Козлик, давай. 72, неплохой шанс. Поехали. Тут далеко бежать. Окей. Ну ладно. Так, добегает. О, ну ему надо прокидывать два раза по 67, поэтому. А здесь. Ну, понятно. Отлично, давайте. Хороший ход. Слушай, а кто тебе открыл секрет, что Алекс Айс крайне токсичен? Ну кто? Учитель открыл, конечно. Я просто спросил потом еще одного человека. Он сказал еще грубее. Вот. Крайне токсичен, это довольно мягкая формулировка, ну, в этой ситуации. Так. Он слил 3 игры, теперь не хочет нормально играть. А, чё, кто-то спрашивает? Вот. Да не, ничего не удалось достичь, все очень плохо, как говорится. О, отлично. Ну чё, давай с двумя ГФИ забегай, подскользнись. Будет здорово. Ну, даже если он этого не сделает, у меня как бы есть что делать, как бы. Я... Где мой козёл-открывашка-то, а? Козёл-открывашка, козёл-открывашка. Козёл-открывашка. Он близко, отлично. А, хорошо-то как. От души, ребята, от души. Правда, жалко, что здесь... А, нормально, кстати, если будут... Да, здесь нормально. Хорошо. Окей. Поехали. Как, вот знаете, когда ты играешь, как бы плюя на результат, а у тебя единственная цель сломать команду противников, ты чувствуешь себя как-то немного повеселее, знаете? Мотивация, типа, она такая. Играет немного роль свою. Она появляется. Появляется мотивация убивать. Ну как с советами, Вергер? Как бы человек, ни разу не смотрев стримы, решил объяснить мне, что такое стримы. Ну типа, у него просто очень высокое чувство собственной важности. И, видимо, он мало сталкивался с реальностью. Он как бы думает, что он персонаж сериала Шерлок. Но он не Шерлок. В лучшем случае Ватсон. Так, давай, братишка. Да беги, беги. Нормально вообще. Изи зайдет. Я тебе отвечаю. Давай. Мы же за нос? Давай за нос. С двумя ГФИ. Давай, давай. Don't be a pussy, man. Я в тебя верю вообще. Давай. Так. Я вижу как минимум одного эльфа, который... Даже двух эльфов, которых я смогу ударить. Разве это не прекрасно, ребята? Разве это не прекрасно? Пошли прохладные увороты. Давайте. Прохладные увороты зашли. Что поделает Десу? И еще один прохладный уворот зашел, и я смогу сделать еще удар. А Грашнак добегает? Ой, Грашнак добегает. Вот это здорово вообще. Вот это от души. Так, значит, а, это склиш... Не,
Поставим сюда клешнявого. Это определенно так. Мы же, как говорится, играем, плюя на результат. Мне нужна максимальная успешность в убийстве. Мне нужна максимальная успешность... А, здесь стоит, я что-то не заметил. Значит, этого парня ставим сюда. Этого парня ставим вот так вот. Так. Значит, я могу... У него защитник. Как бы мне тебя грамотно сломать-то, пес? Так, я могу вот так сделать. Я просто хочу, что если меня не пройдут удары, я ударю этим парнем. Понимаете? Да, да, да. Вот это поднимаем заранее. Так. Делаем тройной кубик. Поехали. Бычок не подведи, надо убийство. Так, отлично, бычок. Не подвел братишку. Так. Мы здесь создаем как бы напряг, чтобы он побежал. Так, а здесь травма пахнет, не пахнет. Так. Так. Так, давай, давай, травмочку завези мне. Папочка хочет травму. Четыре травмы. Факье. Отлично просто. Ой, хороший матч. Ой, хороший матч-то какой. Ой, прямо Саша доволен-то как. Ой, ой, кайф просто. Просто кайф. Удачный первый тайм вообще, конечно. Привет, Оверлард. Ну, бывает такая. А я не успел, он опять как-то быстро там все прокликал, я не успел увидеть травму. Не успел получить удовольствие от травмы. Вот так вот. Как вам сказать-то? Это будет победа у него с привкусом пососа, я бы сказал. С привкусом члена во рту. Это классно вообще. Ну разве может быть что-то прекраснее этого, ребята? Так, прокликай сейчас. Так она не показывается в проклике, видишь? Типа, он просто лежит, типа, и все. Нет, не, или... Нет, тут не посмотреть, короче. У него есть аптечка? Да, у него есть аптечка, он не тратит ее до сих пор. Вот. То есть я увидел только, что я ему сломал на ловкость хорошего парня. То есть я ему сломал на ловкость от первого защитника. То есть он стал немного хужее. Это здорово. Здорово. Потеря у него 3 плюс 3. А, ух. Так, ой, какой блиц-то веселый. Это что, серьезный блиц будет сейчас такой? А, 5 ловкости, ну там нормально. 5 ловкости можете себе позволить такое. Ой, брат, наконец догадался, как надо прокликивать. Вот, невероятное качество. Ну ничего, заноси, заноси. Заноси, братишка. Ой, хорошо-то как. Он перекинул на удар. Ну ладно, тут Mighty Blow, может, сломает мне козлика. Ничего страшного. Ой. Ну что, давай, заноси. Нет, ну ты можешь посталить, конечно. Я нормально отнесусь к сталингу. Давай, бро. Сталинг сейчас зайдет как бы, как в сказке, я считаю. Сам Иисус Христос говорит, сталь. Вот про эльф, про настоящий про эльф сейчас бы начал сталить, я вам гарантирую. Надо так еще, знаете, так подмигивать так, а? Так, ну окей, нормально. Хороший счет, мне нравится, меня полностью устраивает. Ой, ой, мясо встало. Вот это клево вообще. Так, у меня до сих пор никто еще не удален. Ну, нормально, в общем. Я доволен. Это будет уже третий шанс для зверочеловека моего любимого. Имя любимое мое. Мое. Имя любимое твое.
Аптечку на смерть же ждет. Да, она не знали на кого еще. Ну вот, наверное, на Блицар. Не хочет высшего орла терять. Орел? Высший? Не хочет орлуш терять. Ну ладно, что ж поделать. Что ж поделать. Кляти эльфы не кончаются. Да не волнуйся, тут как бы... Кляти эльфы сейчас вполне могут кончиться, я считаю. А я сейчас еще типа здорово сделаю все. Я как бы... Вы же знаете, что я любитель насилия, как бы. Сейчас у нас будет насилие вообще, как бы. Берил ему орла два раза. Нормальная идея. Надо убить орла, я считаю. Орел как-то просится прям. Он прям говорит, типа... Ломай меня по... Ой! Да! 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 Хорошо! Хорошо! Так. У меня сейчас есть план, если он... Эй, воу, 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 назад! Fuck you! Ладно. Так. Так. Окей. Поехали. Блин, нехорошая игра вообще, как бы. Как Рейн-то будет доволен? Рейн, я думаю, уже доволен-то игрой. Прям 3 очка получает, скорее всего. О, опять дополнительный ход. Что же это делается-то, братья мои, друзья? Так. Так, смотрите, подтвердить. Так. Мячик отскочил хреново. Ну, кого вообще волнует мячик в этой игре? Так. Так. Сейчас мы будем дарить любовь и ласку нашему другу, я считаю. О! Постоим, конечно. Ой, неужто пробитие? Отлично вообще. Как хорошо-то, а? От души, ребята. От души вообще. Снегири. Да, вообще про снегирей хорошо. Так, это у нас... Нормально. Может, поймаем то, что нужно на 3 кубиках, а? Ну, лядня. Ну, что поделать? Так. Так, давайте сначала поступим немножко по-умному. Потому что... Я считаю, что нам еще предстоит плотное общение с этим парнем. Так. А я теряю корни. Чу-чу. Так. Ну, с воротом не жалко терять, конечно. Ой, какой ударчик. Что тут у нас? Ничего. Ну, у меня есть следующий ход. Ой, блин, я так доволен вообще. Знаете, это... Вот Смок редко дает такие классные советы, но в этот раз он действительно дал хороший совет. Он сказал, забей на все, просто ломай, и тебе будет счастье. И я действительно чувствую, как игра начинает мне нравиться, понимаете? То есть раньше у меня не было какого-то дикого удовлетворения от игры, а сегодня прям... Эти чувства в груди, которых раньше не было, понимаете? Здорово. Давай подгоняй эльфов. Ой, блиц, давай, высший орел, беги, беги! Высший орел, как имя какого-то, я не знаю, там, индейца. У меня же стоит, типа, блин, парень, готовый прям к любви, нежности и ласке. Давай. Ну, я прокинул. Ну, ладно. Ну, ладно.
Ну, ничего страшного. Ну, высший орел в зоне досягаемости. Это не может не радовать. Ой, ой, давай, 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 давай. Зайди, пожалуйста, сюда. Блин, будет так кайфово, если он зайдет. Привет, Над. Так что, козы по окончанию сезона не уходят на мясокомбинат? Уходят, Над. Я еще, блин, до этого сезона говорю, что за на Нургли перейду. Я сейчас все свободное время в первом Бладбоуле играю за Нурглей, как бы. Мне сейчас надо грамотно сломать человека. Вот. Так, так, ну ладно, я вижу кого про... Блин, надо быть вообще нормально. Ой. Ну ладно. Так. Ай, ну ладно. Да понимаешь, что он, по-моему, господи, он в начале стрима, типа, написал, что это... Типа, о, у тебя нехорошие там... Ну, короче, он... Типа, как-то морально готов, в общем. Так. Я могу бить либо одного неприятного парня, либо другого неприятного парня. Либо я могу встать сюда и зайти хорошим парнем. Тогда мне придется сломать хорошим козлу. Ну, давайте, в принципе. Я считаю, нормально. Мне же главное ломать, как бы, на остальное мне плевать. Вот, с высокой башни. Поехали. Давайте. Это кикер. Кикера сломать мило будет. Ой, проклятая игра вообще. Ну, ладно. Давайте, кто там подписан-то на канал? Пихайте три кубика по нужных. Ну, жаль, жаль, конечно. И травму не сделал. Бывает, бывает, конечно. Киберспорт попёл, попёр, да, ребят? Ну, ничего страшного. Самое обидное, что я не ударил пеликана. Это было бы классно. Почти убил, да на Грошнака-то плевать, в принципе. Умер бы Грошнак, умер как бы. Я вообще не дергаюсь по этому поводу. Ну, не сломал. Ладно. Пока у нас счет ломаются только эльфы. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка. 5-0. Я вижу над собой такое синее небо, такие белые облака на голубом. Я вижу... Ну ладно. Так, ну чё, вперед, поехали. Счастье должно быть близко. Мясо не встало. Ладно. Так. Мистер этот поехал. Так, поехал. Так. Поехал. Так. Поменяем местами. Это у нас... А, там меняем местами. Окей. А, это у меня лонер вылез вместо травмирована. А вот здесь меняем. Так, парень с блоком. Парень без блока. Тра-та-та-та-та. Хотя, слушайте, я как-то сыково встал. Давайте встанем, типа, понаглее. Типа, а давайте представим, что противник, типа, пойдет назад, как бы он пойдет с мечом назад. И там мне надо будет его догонять, чтобы убить его. Вот, как мы сыграем. Так, 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 убийца. Ну, не то чтобы прям спрятан, но, типа,
Давайте дальше так, наверное. Завернем его как булочку вовнутрь. Так, значит, тра-та-та-та-та. Поехали. Эльфы перестали ломаться. Да, да ладно. Скоро. Сейчас мы продолжим эту фиесту. В общем, всего такого. Эльфу надо фалить было своим топ-игроком, наверное. Но есть шанс, что игроки кончатся. Ну, у эльфов, в общем, и так все кончается к чертовой матери. Поэтому, как бы, тут, в общем, все весело. Тут все весело. Давайте смотреть, как бы. Я просто сейчас буду лезть в контакт, драться. Мне, как бы, у меня все нормально. 2-0. Да похер вообще, как бы. Я играю не на победу. Я играю в свою доту. В общем, меня эта дота устраивает. Я бы на месте эльфа... Да, я тоже думал, вот, пивар, чтобы удалить, это хорошая идея, чтобы спасти этого высшего орла. Ну вот. Ну, а тут еще есть мясо, которое можно поубивать. То есть, вот этот парень, надо убить его. Вот этот парень легко убивается, этот парень легко... Но не осталось-то три крепких игрока и три мяса. То есть, как бы, есть чем позаниматься. Если хотя бы один разочек у ворот не пройдет, или еще какая-нибудь мать подобная, то ему будет так, не при... так грустно вообще. Ой, ну ладно. Жалко, Аист точно не встал. Вот Аист тоже еще один игрок, которого прям судьба просит его вынести к херам собачьим. Ну вы согласитесь, это пока лучшая игра в сезоне у меня. Вообще без вариантов. Просто топ игра сезона. Ой, ребят получили топ переброс. А я вы... Норм, отлично. Тачбэк. Супер. Ой, сейчас придется ему заносить. Блин. Ладно, это злобновато звучит, конечно. Тир. А, он на зано... Ой, умница вообще, конечно. От души, брат. От души, брат. Ой, ой, да, спасибо тебе, родной. Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за сына и за дочь. Он молодца вообще. Да, со спринтом вообще будет здорово. В снежок-то, а? Ну, прям слышите, да, как я играю? Вот, серьезно, такого наслаждения... Это почти как играть за Нургли в первом Бладбоуле по удовольствию. Послабже, конечно, чутка, но, в общем... Меня вполне все устраивает. Ой, как... Ой, ой, от души вообще. Ой, молодец-то какой. Ой, хорошо-то все делает. Ой, я доволен вообще. Класс, класс. Ой, вот этот еще парень принимающий. Как хорошо-то вообще стало на душе. Ну, сейчас, короче, порадуемся, ребята. Сейчас немного качественного контента завезем. Хороший матч. Ой, ой, мистер пришел под бутерброд. Здорово-то как. Здорово-то как. От души вообще. От души, братиша. Кстати, тут запустили выпуск для команды Нургли на стоп, выглядит почти идеально. Слушай, я посмотрю, окей. Вот это вообще. О, да, детка. Ой, супер, супер.
Знаете, как в той было, типа, темке, да, насчет, и сразу радуешься, настроение как-то лучше становится, да? Вот прям реально про Blood Bowl в такие моменты. Классные. Так, здесь, наверное, он подальше бегает. Да, он подальше бегает. Так, значит, наш братюня может пробежать еще. Слушайте, а я могу сыграть, типа, вообще по-здоровски. Смотрите. Сюда мы одного братюню поставим, да? Да. Сюда мы ставим другого братюню. Да, да. Ну, он может сейчас попробовать повыталкивать, но удачи ему в этом. Так, сюда мы шлем брата, типа, брат, давай. Мы верим в тебя. Так. Здесь, типа, на отход ловим этого эльфа. А, это как раз мистер Орел. Так, и братюня бежит сюда. Как у меня настроение-то поднимается, знаете? Вот эти два у ворота, просранный рерол, прям. Ой, ну что, давай, как бы, поехали. А, защитников-то тут нету, а здесь мистер Бли... Ну, давай посмотрим, конечно. Посмотрим, посмотрим. Сейчас, не, Блицер на самом деле может вытолкнуть, если проделает кучу уворотов очень сомнительных. Студентики выбежали на мою делянку, давай убиваться, что ж вы делаете, студентики? Да-да-да-да-да, что-то подобное. Че-то эльфики как-то кончаются ненавязчиво. Че-то эльфики, эльфийская сила сегодня не очень работает. И сейчас надо кидать столько сомнительных кубов, и настроение прям поднимается. Надо было еще все-таки одного козла отправить, и тогда было бы вообще здорово. Но я решил не кидать 67%. Нормально, короче. От души, от души. А, я, блин, забыл нормального зверочеловека. Ну ладно. Что поделать Десу? Что поделать Десу? Давай, парниш. Я жду, чтобы еще... Желательно, чтобы сейчас вообще у ворота не зашли, и будет здорово. Давай вообще. Вот если у ворота не зайдут, я сейчас так буду хохотать. Будет полный хохотач. А? Какой я шутник сегодня. Ай, жалко только так. Ой, ну ладно. Ну ладно. Ну что поделать. Ну с кем не бывает. Блин, так, ладно. А, у него шаг в сторону есть или нет? Ой, как сложно все, как сложно. У этого есть шаг в сторону. Давай. Вперед. Так, давай для начала повеселимся, короче. Ах, жаль. Много смертей добавилось. Ну, там только один человечек немножко, в общем, поподсокался, убегая. Вот. Давайте ударим лонером, поиграем в судьбу, короче. Ой, не уклониться-то никуда. Ах, ладно. Но у нас еще не все кончилось. У нас еще есть полный хохотач. Полный хохотач, ребята. Давайте. Так, ну, во-первых, кстати, не стоит забывать друзей. Вот, как бы, от улыбки станет всем светлее. И чего-то там, и кому-то там, и... Ты не уйдешь. Так. Окей. Ничего, ничего. Нормально. Нормально пока. Нормально пока. Ой, попался. Ой, пробитие брони. А, блин. Минус к ловкости. Да, детка. Здорово-то как. Полный хохотач, ребята. Полный хохотач. Давайте рерольнем, чего уж там, побалуемся.
Так, а у нас... Не знаю, подождем с фолом немножко, наверное, да? Давайте. Не, я подожду, наверное, с фолом. Я все... Так, стоп, во-первых, поставим этого парня сюда. Вот. Этого парня поставим сюда. И с фолом подождем. Давайте. Окей. Ну тут над ходом особо не подумаешь. Так. Лонар будет фалить. Лонар будет фалить. Так. Козел быстрее бегает, поэтому я ему передам мячик. Ну ладно, у нас будет еще ход. Так, окей. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну. Да, чага фейкинем. Окей. Эй, блин, жаль. Ну ладно. Лакер. Ого! Лакер, ты что, я тебе никого не сломал? Господи, лакер. Радуйся, что, блин, травм мало. Вот. Шо трое отправились всего лишь оглушением. Ой, лакер. Ладно. Давайте. Забили гол престижа. Ходи, эльф, чё не ходишь-то? Это точно. Ой, все встали. Здорово-то как вообще. Так, ладно. Где у меня Лонар-то? Так, окей. От улыбки станет 70 лей. И так. А, стоп, не могу. Давайте дальше слегка вот этого подальше. Так. Так, убийца сюда. Этого давайте сюда поближе. Вот это. Сейчас будем вперед бежать, как псы вообще. Так. Привет, Вералка. Это зритель напросился или рандомно? Это турнирная игра. Вот. А потом придет, короче, один хер такой с лиги, этот Алекс Айс, и скажет: матч говнище, вообще неинтересно, Хаос должен был выигрывать. А по-моему, шоу вышло просто, блин, шикарное вообще. Не знаю, именно как веселье супер. Да, я вижу, а если бы никто не вставал, то дали бы халявный гол, а потом еще раз такая тема, и ты бы победил еще. Но, к сожалению, встали бы. Ну, там, знаешь, типа тех, которых я за аут вывел, они там еще были в нормальном состоянии. Вот. И опыта-то сколько? Да, опыт, конечно, нормально сегодня зайдет. Он еще не потратил свое лечение, но я думаю, как бы, недолго осталось. Скоро. Скоро сможем его лечение попробовать. Я как тот, так, как тот мексиканец, который, типа, знаете, смеялся так заразительно. Так должно быть минимум трое. А, понятно. Ну ладно тогда, бывает. Скоро скамейка запасных кончится, а? Ой, вообще здорово. Класс. Хороший матч, хороший матч. От души, ребята. Просто от души.
Привет, Свистун, спасибо. Я не видел женщин уже 10 тысяч лет. Спасибо, уже 9 месяцев подряд на меня подписываешься. Я вообще сегодня, типа, хотел немного по-другому сделать эту штуку, но и так нормально получилось. Добро пожаловать в Сингаленд, как говорится. Эх, не получилось выбить нормально. Но хорошая погода, ничего страшного. Я не видел женщин уже 10 тысяч лет. Ну, на самом деле, в Синголии, наверное, так и должно быть, если уж подумать. В Синголии именно так. Может, он автоподписку включил и забыл? Да не, как бы у меня есть люди, которые постоянно подписываются. А эта фразочка была от Иллидана насчет 10 тысяч лет. Вот. Ну чё, мясо, вы готовы умирать-то, а? Ой, молодца-то какой. То есть он теперь будет на расстоянии удара. Ой, ой, я уже радуюсь. Сейчас убежит, но удачи ему в этом. Я все равно убивать его буду. Этому как бы бежит, не бежит. Мне-то, в общем, фиолетовое. Надо было сингалотку организовать. Да, да. Не, меня, честно скажу, как бы, если сейчас пропущу третий мяч, я все равно эту игру я буду вспоминать с теплой улыбкой. И я буду надеяться, что игра против Уперкота будет еще веселее, понимаете? Как бы. Так, это у нас парень с шагом. Отлично. Парень с шагом, это здорово. Так, окей. Теперь мне надо грамотно расставиться, чтобы получить удовольствие от игры. Так. Нормально вообще. Давай. Ня-ня. Жаль, жаль. Ну ладно. Бывает, бывает. Раз, два, три, четыре. Ну, на двух ГФ. Да, давайте еще одну прокинем. Ой, не получилось. Ну, ничего страшного. Ой, да, слушай, пивас, ты полностью прав. Подумал о мяче, и сразу все плохо. Ты чертовски прав. Все, плевать на мяч, давайте ломать дальше. Я задумался о победе, это глупо. Надо играть на убийство. Но зато сейчас мы поломаем самого, блин, великого блицера и... Прощай, Орлуша. Прощай, Орлуша, тыры-тыры-ты-ты. Ну, давайте Орла убьем, короче, будет нормально, я считаю. Задача на матч будет выполнена. Знаете, слушайте, а этого орла нету в каком-нибудь там списке на 60 тысяч? Знаете, там, где есть, типа, охотники за головами? Ну, я бы вообще как бы поучаствовал бы. Хотел бы придушить Орлушу, а? Ну, то вот этому парню сейчас будет больно. Ну, ладно. Так, а чтобы зафалить Орлушу, у меня есть... А, у меня здесь есть обычный зверочеловек. Нормально. Так, интересно, если у него все травмы с пропуском игры, он на поле 11 слонеров поставит, я не знаю. Ну, у него там не все с этим, но, в общем, нормально. Ну, уронит моего парня, ну, что поделать. От этого высшему орлу лучше не станет. Вот так вот. Хотел бы придушить Орлушу, да-да-да. Вот хороший смайлик добавили, несмотря на все это, денрусовское. Но, несмотря на денрусовские обиды, это хороший смайлик. Орлуша, нет! Ну не!
Fuck you, Арлуша. Не-не-не, ты чё, охренел? Никаких уворотов, давай. Насилие, насилие, ультранасилие. Ну, блин, игра, fuck you. Так, где у меня с когтями парень? Так, у меня есть выбор. Либо я блицан... Да, давайте высшего орла убивать. Реально, я тут типа ломаюсь. Мы будем убивать высшего орла, короче. Значит, только я, короче, поставлю его так, чтобы когда я блицанул его вперед, он оказался потом между этими игроками. Так, здесь мы делаем даже вот этот более дальний. Так, замыкаем. Так, замыкаем. Потом замыкаем его еще и клешнями. Так. Значит, замыкаем. Замыкаем. Так. Ну, тут далековато. Бежать не хочу, рисковать, короче. Так. Ну чё, рольнём-то, блин, нужные кубики-то, ребят. Давайте. Нужные кубики. Папочка хочет шестерку. Давайте, рерольчик. Не повезло. Ну ладно. Ну! Не сломал. Ну ладно. У меня еще ход будет. Нормально. Так. Орел, короче, орел живучий. Ничего не сказать. Видимо, Орлуша переживет эту игру. Вот эти три говнюка нет. Так, окей. Ну, мало травм, конечно. Всего 7 травм, это как-то несерьезно. Я расстроен, конечно. 7 травм, ну где это видано вообще, ребят? 7 травм, это не тру. А, он хочет уронить моего козлика. Ну окей, короче, давай. Я не против, я не против. Роняй моего козлика полностью. Так. На стол я могу ударить. Понятно. Так. Жаль, у ворот прошли. Ну, он сейчас блоком уронит его, понятно. Так, вставайся здесь, братиш. Далеко не убегай. Воу, 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 воу. Заноси коровой. Что ты его так ломаешь-то? Что он тебе плохого сделал? Он ничего плохого. Ну, начнем с того, что он эльф. Ну вот. Парня с мечом проще убить, да. Да тут кого угодно. Ну ладно, посмотрим, как у него ворота пройдут. Блин, не хочу. Вот сика, а? Неужто уйдет от ударов сейчас? Нет. Ну ж, ну на. Он всех убрал из-под удара. Ну ладно. Херово. Жаль. Не повезло, ребята. Не повезло. Бывает такое. Не выпал нужный кубик. Что ж поделать-то? Привет, ТРММ. Я-то видел занос, но я же говорю вам, типа, я не, эта команда не умеет в мяч. В насилие она умеет. Ну вот. И 4 эльфа радуются концу игры, типа, мы пережили эту игру. Отказаться. Так,
По опыту что у нас получается-то? Ну, грошнак опыт не считается. 12 опыта, ну, такое себе. Зато, как бы, сейчас посмотрим, как я ему лицо подпортил. Так, у нас получается 4 против 1, но там еще, типа, на уворотах было много травм. Окей. Так, окей. Корова сделала свое дело, корова может уходить. Это точно. Не, я говорю, эта команда не, типа, не способна выигрывать. Эта команда... Было 1680, стало 1370. Блин, это было дьявольски прекрасно. Правда, никого суперсерьезного не травмировано. То есть... А, хотя, слушайте, минус... Я ему сделал 2 ловкости, как я понимаю. Минус 2 ловкости у 2 ребят. Ну, ну хоть какая-то отдушина в этой игре. Да, и тебе спасибо, Рейн. Сфолов, жаль, не идет. Да, а, у меня же сфолов было много, точно. Сфолов действительно не идет. Ну ладно, минус кикер, минус парень, который мог бы быть полезным, минус еще один полезный парень. Нормально как бы. Жалко, что никого действительно суперполезного не сломал. Но команда стала поменьше. Вот так вот. Ну, как я говорил, это проклятая команда. То есть то, что я не занес в конце, это ну, фишка этой команды. Типа, она не заносит, понимаете? Так. Я могу либо поставить грязную игру, либо защитника. Надо подумать. Сложный вопрос. Зашло тебе первые 2 хода? Судя по тому, я по-моему, за первые 2 хода потратил 2 рерола, а потом на третий ход я потратил 3 рерол и вообще доигрывал всю игру без реролов, поэтому... Это 50-50 было. Так, ну это проклятая команда, то есть последний ход, когда я за 6 кубиков не выкинул ни пятерку, ни шестерку, это как бы... Эта команда не умеет играть в мяч. Я это знаю точно, как бы. Абсолютно не дергаюсь. След игра суперкотом, дьюти плеера бери. Да, возьму дьюти плеера, наверное. Поиграю, как ублюдок. Так. Значит, будем иметь 3 таких. 2 открывашки. 2 открывашки. Дьюти плеер. Слушайте, по-моему, игра суперкотом будет довольно забавной. Вот. Мне кажется, там что-то будет хорошее. Я бы на Война Хаоса взял дьюти плеера. Да ну, он все-таки хоть какую-то силу будет давать. Вот так вот. А ты ненавидишь эльфов больше, чем пивоварища? Начнем с того, что пивовар тоже эльф. Не, хороший матч вышел. Добротно, добротно прям. Мне нравится, что команда эльфов стала как бы... Знаете, я вот срезал всю разницу в ТВ, которая была. Это очень здорово, когда разница в ТВ так сильно срезается. А то, как бы, было не очень справедливо, что у него команда на 400 дороже, а теперь разницы-то особо и нету. Будет там разница сколько там? В 40, да? Или если повезет там в 60. Ну что, ребят, вы-то довольны? Я чертовски доволен. Вот честно скажу, как бы, я в этой игре просто откайфовал. Это было 10 из 10 игра года, наверное, у меня. Лучшей игры в Blood Bowl за все это время у меня и не было. Вот так вот. Я считаю, что это было просто супер здорово. Вот.